Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня вместе с вами мы полистаем каталог Oriflame номер 4, и я вам покажу продукцию, которая у нас дома, и покажу, как она в использовании, дам свои рекомендации. Желаю вам приятного просмотра. Каталог будет действовать с 14 марта до 2 апреля. И в каталоге нас ждет новинка. Но прежде чем рассказать про новинку, я вам хочу сказать по поводу цен. Начиная с 4 каталога, мы не смотрим на цены, которые напечатаны в каталоге. Вы их смотрите в личном кабинете или в e-каталоге, потому что цены немножечко изменятся. А сейчас о самом главном. Новая тушь, я уже ей пользуюсь, посмотрите, какая она интересная. То есть если просто мы достаем, то вроде бы ничего особенного. А если я начинаю так изгибать, то кисточка тоже изгибается. И это оказалось невероятно удобно. Я испытала огромное удовольствие от этой туши. Также она мне понравилась и по качеству. Какие ресницы получаются длинные. В общем-то, мои ресницы очень похожи на ресницы, которые мы видим на модели. Такие длинные, ярко-черный цвет, хорошо прокрашены, изогнутые. Поэтому здесь обратите внимание еще на кончики, тоже есть щетинки для того, чтобы прокрашивать мелкие реснички в уголках, чтобы они все были аккуратно и равномерно прокрашены. Так что вот смотрите, как это удобно. Многие спрашивали, не сломается ли щеточка, но я думаю, что не надо ее сильно ломать. То есть вот чувствуете, где предел, просто нужно остановиться и вынуть кисточку. В общем-то, приятного вам использования. Но это еще не все. При покупке туши вы имеете возможность с большой скидкой заказать любую помаду со страниц, начиная с 12 по 13. Скоро мы до них доберемся. Так, ищите всегда интересные предложения. Они могут прятаться где-то в каталоге, как, например, вот этот набор. Если заказать, то есть если в заказе укажете код 128 450, то за 69 рублей вы получите набор пробников. Единственное, только сейчас временно не будет бумажных каталогов, поэтому возможно будет какая-то замена, но этой информации у меня пока нет. Также будет у нас акция: если в каталоге ваш заказ составит 1500 рублей, то вы можете юбилейные часы заказать всего за 999 рублей. Стильные, лаконичный циферблат, ничего лишнего, такой дизайн, который подойдет под большинство вариантов гардероба. И, кстати, потом можно будет собрать еще всю коллекцию в таком дизайне. Это сумочка-клатч и очки с леопардовым принтом. Это юбилейная коллекция. Думаю, цены будут тоже очень интересные на сумочку и на очки. Так что, кто участвует в акции, пишите в комментариях, что вы участвуете. Как раз вот мы дошли до помад, которые у нас будут в акции. Один вариант — это помада 5 в 1 металлик, вернее, с эффектом металлик. И второй вариант — это вот такие помады The One. Я уже заранее стала снимать крышечки, и мы видим вот такие вот классные помады. Одна у меня как раз, так, ищу розовое дерево. Да, как раз вот розовое дерево. А вторая — 65 номер, красное вино. Давайте их посмотрим в деле. Красное вино, розовое дерево. Заметили, помада густая, она не слишком легкая, при этом она отлично увлажняет губы, ложится отлично, держится долго, не растекается, увлажняет очень хорошо. Я эту помаду называю ухаживающая, потому что губам с ней очень комфортно. А помада с эффектом металлик, она более легкая, тоже отлично увлажняет, такая мягкая, блестит очень красиво. Рекомендую попробовать тот и другой вариант, потому что они, конечно, бесподобные. Следующий у нас идет уход за кожей, вернее, подготовка кожи к самому главному, да, это мы творим красоту. Тональная основа нужна для того, чтобы выровнять тон лица, сделать его более таким холеным, ухоженным, чтобы смотреть было очень приятно. Вот второй вариант тональной основы — Everlasting Sink. И вторая тональная основа — адаптивная матовая. То есть если первая просто адаптивная тональная основа, то вторая адаптивная матовая. И что я хочу сказать по поводу этих основ.
Мне больше нравится Everlasting Sink, обычная. Она более плотная, лучше дает покрытие. Вторая тональная основа, она более прозрачная. Это у меня новый тон, ну, так как я для себя заказала, буду пользоваться. Ой, забыла, что нужно поворот сделать. Я вам продемонстрирую, чтобы вы увидели. Так, чтобы вы увидели на деле, что-то у меня прям жиденько первая капля вышла, потому что на самом деле не такая жидкая тональная основа. И как раз здесь на помощь приходит спонж, такой мохнатенький, как губочка, то есть я его называю мой пушистик. И вот этот спонж отлично, легко распределяет тон. Кстати, я вам демонстрирую сейчас оттенок 35782, холодный розовый. Мне очень подходит этот тон, я уже 3, по-моему, тюбика такого использовала, мне он очень нравится, такой укрывистый, классный тон. Второй матовый, смотрите, ну а здесь показывает, что он более плотный. Я не знаю, что с моим тоном с этим случилось, с новинкой, хочу еще раз попробовать. Нет, все равно он какой-то у меня жиденький выходит, но укрывает он очень хорошо. И второй тон, вот такой у меня, правда, темный-темный оттенок, летний вариант, она тоже подстраивается под тон кожи, но мне показалось, что она более прозрачная, когда я пользовалась одной, потом другой. Так, оттенок давайте посмотрим, чтобы вы уже ориентировались по тону. 421 27, естественный бежевый, смотрите, какой он теплый, насыщенный цвет. То есть для меня сейчас, для моей белой кожи, он, конечно, очень темный, а тот, который первый, холодный розовый, он прям идеально слился с кожей. Тон мне очень нравится, я просто его обожаю. Многие мои клиентки, кто заказывали тот и другой, остались довольны и увидели вот этот эффект, то, что не отпечатывается на воротниках пуховиков, потому что у многих тональных основ это большая проблема, а здесь это просто отличное решение, чтобы не было вот таких вот неприятностей. Листаем дальше. И сейчас идут ароматы. Про ароматы я обычно не рассказываю, я могу показать несколько ароматов, которые я сама очень люблю. Я рекомендую заказывать пробники, потому что даже если я вам расскажу, как я люблю этот аромат, он мой и так далее, вы ничего все равно не ощутите, вам нужно его чувствовать на себе, потому что на каждом человеке разные ароматы раскрываются по-разному. Код пробника вы всегда можете найти вот здесь. Если к аромату пробник есть, то вы его можете заранее заказать, подегустировать, а потом уже заказывать себе аромат. Я очень люблю коллекцию Eclat. Eclat Weekend — это один из моих, можно сказать, любимых ароматов. Вот к нему как раз такой есть крем, большой бочонок, 250 миллилитров, очень хорошо питает кожу. И самое главное, что когда вы пользуетесь определенным ароматом и у вас к нему есть крем и дезодорант с этим же ароматом, получается, что не перекрывают другие ароматы, не отвлекают, а все в одно целое сливается, аромат становится более стойкий, более эффектный. Вот написано здесь средняя концентрация аромата, но когда я его использовала, я его очень долго чувствовала и очень долго получала комплименты, то есть начиная с первой капли, когда только его наносила, и до вечера. Поэтому мне кажется, аромат очень стойкий. Ароматы Си — очень интересные ароматы, они выделяются из всей коллекции Oriflame, и они и созданы особым методом, запатентованным, без вреда для растений, то есть собирали аромат по специальной технологии. Так вот, этот аромат особо рекомендую дегустировать, то есть сначала пробник, потом уже аромат заказывайте, если понравился. Мой любимчик Си желтый, Си голубой неплохой, но не мой, не чувствую я себя в нем какой-то королевой или какое-то особое состояние. Да, он классный, мне все говорят: ох ты, какой интересный аромат, какой классный, но для меня важно, чтобы в первую очередь аромат нравился мне, поэтому покупайте пробнички и выбирайте то, что вам действительно очень понравится. Что еще интересно в этих ароматах: когда вы снимаете крышечку, то можно открутить
дозатор, отлить аромат, например, в маленький флакончик и с собой носить маленький вариант. А так вот объем большой, по 75 миллилитров. Мужские ароматы, смягчающие средства, конечно, это моя любовь. У меня вот с маслом семян клубники сейчас в руках я держу, очень нежный, пахнет такой сливочной карамелью, клубничкой, обалденный, просто его очень люблю. Можно им мазать все, и губы, локти, пяточки, все что сохнет. А многие используют, когда чувствуют, что там герпес может появиться, то есть сразу мажут это место и снимается воспаление и отечность. А сейчас мы дошли до самого моего любимого раздела, это средство по уходу за кожей лица, серия Novage. И есть в Novage раздел Procuticals, то есть вы можете на некоторых флакончиках видеть, то есть это дополнительный профессиональный домашний уход. И я обращаю ваше внимание, что эти средства действительно очень эффективные. Я сама их использую, поэтому могу на 100% сказать, то, что написано в каталоге, работает. Поэтому читайте внимательно инструкции, описание и подбирайте себе все необходимое. Если у вас очень сухая кожа и выглядит как обезвоженная, то я рекомендую, возьмите себе увлажняющую эссенцию. Ее наносят под сыворотку, то есть после очищения наносите эту эссенцию, даете ей впитаться все лицо, шею, вот все, что сухое, обрабатываете, то есть давайте дополнительное увлажнение, потом сыворотку, даете ей впитаться, потом крем дневной или ночной. Это средство для ухода за телом, серия Swedish Spa. В этой серии восхитительный солевой скраб для тела, мой любимчик. Густое крем-масло, аромат очень приятный в этой серии. Мыло, очень оригинальное мыло, которое классно отшелушивает кожу. Такой эффект дает классный, еще и массажный эффект. Далее, увлажняющее масло для тела. И маска для рук питательная. Вот так выглядит маска. Это, кстати, новый флакон. Открываю, потому что только что закончилась у меня предыдущая маска, и я ее уже отдала в пустые баночки. Смотрите, какая она густая. То есть это просто очень-очень будет комфортно. Так, куда мы будем наносить? Как раз меня сегодня кошка поцарапала. Мы сейчас будем увлажнять кожу, бороться с царапками, да? Вот, сюда наношу. Она очень густая, эта маска. Если вы хотите просто в течение дня ее вот так нанести, то вам будет некомфортно, она не быстро впитывается. Я обычно укладываюсь уже в постель, наношу маску, руки кладу сверху на пододеяльник, то есть не засовываю их пока под одеяло, даю впитаться и потом уже засыпаю. То есть в процессе буквально несколько минуточек нужно, чтобы маска это впиталась. А если у вас есть специальные перчатки, которые нацелены на то, чтобы именно наносить их поверх крема жирного, маски, то можно эти перчаточки использовать, тогда будет эффект увлажнения еще более сильный. Но я могу сказать, что утром я встаю, у меня руки такие мягкие, напитанные, и вот эти вот морщинки разбегаются в стороны, вот еще царапка, и мне очень нравится. Эту маску я всегда заказываю, кстати, буду заказывать, скорее всего, потому что я люблю, когда она у меня лежит в запасе, чтобы я знала, закончится одна. Мне ее очень надолго хватает. Кстати, я иногда даже на ноги ее наношу, на ступни. Когда кожа сухая, я наношу эту маску на ночь и на руки, и на ноги. Так, дошли до моей любимой коллекции Beautanicals. На 95% натуральный состав. А также входит сюда экстракт жимолости, который придает такой аромат с кислинкой, свежесть. Мне очень вкусно. Многие писали мне в комментариях, ну не многие, а 2 или 3 комментария было, что девчонкам очень не нравится аромат, но из-за того, что они видят потрясающий результат от применения этой серии, они готовы вытерпеть любой аромат.
Так, вот, кстати, кусочек мыла еще есть, вот тут он прячется сверху. Вы знаете, это мыло чем интересное? Оно обновляющее, и я бы его рекомендовала использовать именно во время купания, то есть не просто руки мыть этим мылом, а именно купаться. Я его наношу на всю кожу и оставляю на мокрой коже, то есть спениваю и оставляю. Могу пока щеточкой потереть пяточки, ногти на ногах, то есть, ну, занимаюсь пока чем-то, даю мылу побыть несколько минут на коже вот в таком вот вспененном состоянии, а потом начинаю уже работать мочалкой. И это что-то невероятное, как будто я в баню сходила, потому что кожа слазит просто, вот эти все мертвые клеточки. Ах, мне очень нравится, все сходит и получается гладкое, чистое тело. Кстати, сегодня как раз буду и ванну принимать, и намылюсь этим мылом, специально его открыла. А вот шампунь и кондиционер, когда я начала пользоваться, я сказала, что мои волосы стали живые после этого ухода. Попробуйте, потом напишите мне в комментариях, понравилось вам или нет. Обратите внимание, что в наборе будет заказывать выгоднее, чем по отдельности, соответственно, пока цены не знаю какие, но надеюсь, все будет хорошо. Так, далее серия мед и молоко. В эту серию сейчас по акции у нас идут жидкое мыло для рук и тела, крем для рук и тела, мед и молоко, и кусковое мыло. Вот такой бочонок крема у меня, оно под заказ, поэтому я не открываю, не показываю, просто говорю, что это вот такой большой объем, целый стакан вкуснейшего крема. У нас даже была история, однажды у нашего коллеги пришли гости, и он говорит, я начал им показывать продукцию, а потом поставил вот так вот крем, они открыли, начали его нюхать, говорит, ой, как вкусно пахнет, а это, ой, что это за вкуснятина? Он говорит, да, ну на батон мажу и с чаем. Они такие, классно, и берут ложкой и начинают мазать на батон, потому что это действительно настолько вкусно пахнет, как будто это, ну, какой-то десерт очень вкусный. Так что немножечко вас повеселю. Напоминаю, что у нас есть серия Норхен. Это бижутерия ювелирная с натуральными камнями. Очень красиво. У меня есть несколько вариантов наборов. Но лучше всего смотреть на сайте полный каталог, чтобы увидеть все наборы. И если вы планируете себе какой-то наборчик обновить, то, конечно, выберите себе подходящее под ваш наряд или под, не знаю, под ваш типаж и так далее. Маски для лица. Смотрите, один вариант маски с глиной. Она успокаивает кожу, матирует, регулирует выделение себума, чтобы не появлялись воспаления. То есть это отличный вариант для молодой кожи, чтобы она сохранила свою красоту, чтобы воспалительный процесс, да, в коже, который возникает в основном у молодых людей, чтобы он им не испортил ни настроение, ни кожу. А также есть еще очищающая маска-пленка с углем. Она очень классная в том плане, что она хорошо чистит поры, убирает черные точки. Единственное, как ее нужно носить? Нужно лицо распарить немножечко, либо хорошо прям теплой водой нагреть лицо, либо прям на полотенце горячее взять, ну, в горячей воде намочить, положить на кожу и сразу нанести эту маску. Тогда эффект будет намного лучше. Есть такое сос-средство, его наносят прямо вот на прыщики. Я не пойму, как она быстро избавилась от прыщей, да? Девушка прям так выглядит хорошо. Есть тут повязочка, чтобы было удобно умываться, ухаживать за кожей. Есть пинцет для удаления черных точек, но я никогда не пробовала его, поэтому не могу дать свою рекомендацию. В этой серии очищающий тоник, матирующий крем, средство для умывания и обновляющий скраб для лица. Помните, скрабом не пользуемся, если прыщики очевидны, то есть если идет воспалительный процесс. А вот если они уже подсохли и надо отшелушить, тогда мы берем скраб. А иначе, если воспаленную кожу скрабировать, то просто можно расцарапать прыщик, и инфекция перейдет в соседнюю, ну, как бы на соседнюю кожу, площадь кожи.
Что получится? Новый прыщик, а может и не один, поэтому не нужно этого делать. Далее у нас идет серия Love Nature. Очень люблю эту серию, вот просто всем рекомендую, особенно маски. Конечно, по возрасту я уже никогда не заказываю себе крема из этой серии, тоники нет, а вот маски — это моя любовь. Смотрите, у нас получается одна масочка питательная с ягодами годжи и органическим овсом. Она с согревающим эффектом, так сказать, теплая маска, классная. Вторая маска — маска скраб. Ее можно использовать как быстрым вариантом, на мокрую кожу помассировать и смыть, а можно на 10 минуток оставить на лице. Вот мне второй вариант нравится больше по эффективности, и она начинает подсыхать. Вот все маски, которые подсыхают, нужно увлажнять, то есть берите спрей с водичкой или руками немножко увлажняйте кожу. То есть мы не даем маске высохнуть, иначе она уже будет не такая эффективная. Либо смывайте сразу, как только увидели, что она сохнет. Я просто немножечко увлажняю, люблю, когда маска подольше на лице, поэтому я беру спрей и распыляю на коже. Очень удобно. В этих сериях также есть и крема для того, чтобы увлажнить, напитать, и очищающие средства. Кстати, не вижу, маска тут есть? А, да, как раз маска есть. Дальше серия осветляющая. Серия называется Essentials. Здесь очищающее средство 3 в 1. Щеточка. Она такая, кстати, мягенькая, хорошо очищает. Поры прочищает, подходит для труднодоступных мест, то есть где-то там вот рядом носик, да, прочистить весь. И мыло для лица и тела. Кстати, у меня дочка обожает это мыло, у нее очень чувствительная кожа, а мыло ей подходит идеально. Поэтому имейте в виду, если у вас кожа чувствительная, то возможно вам именно такое мыло будет классно подходить. Пробуйте. Так, что еще сказать про эту серию? То, что она осветляет пигментацию, которая появилась благодаря солнечным ваннам. Поэтому смотрите, если побыли на солнце и вылезли пигментные пятнышки, то можно их быстренько убрать. Далее, в этой серии есть раздел тоже увлажняющих средств. Бальзамчик для губ, маска для лица, крем для лица и тела 150 мл, то есть такой большой крем достаточно. Следующий раздел — серия Optimals. Здесь у нас средства для умывания и тоник, и для увлажнения кожи. Для сухой кожи серия, для осветления кожи, то есть против пигментации. Опять же, смотрите, если пигментация возникла не по причине солнечных лучей, то возможно серия не поможет. Тут также сыворотка, крем для глаз. У меня есть подруга, которая обожает эту серию, и она недавно заказала первый раз ночной крем, до этого всегда брала только дневной, и она сказала: я в него влюбилась, он такой пушистенький, он такой классный, это просто моя любовь. Есть отшелушивающий скраб для лица. Не брала, не знаю по поводу этого скраба, а вот мультифункциональный защитный крем для лица с SPF 50 мне очень понравился. Он хорошо увлажняет, он прекрасно защищает кожу, и мне нравится то, что он так легко наносится. Под макияж отличный вариант. Вот я им пользовалась летом, потому что и защита классно идет, и база под макияж, и чувствую себя комфортно, потому что он не перегружает кожу, но при этом он хорошо ее напитывает. Так что такой крем можно рекомендовать всем смело. Это у нас маска для глубокого увлажнения кожи Optimals, тоже очень крутая маска. Я ее брала себе, попробовала, она не хуже, чем маски NovAge, хотя в ценовой категории она сильно выигрывает. Маски есть очищающая и увлажняющая. Вот у нас сейчас как раз есть очищающая, я вам ее покажу. Она очень забавная, смотрите, какая она, такой глубоко черный, вернее серый цвет, такая прям классная. Дочка моя оценила, говорит: мама, маска класс, всегда ее заказывай. А увлажняющая, она идет с ягодами, но она прекрасно увлажняет, она такая гелевая по консистенции, тоже
ну, любим эту маску, часто заказываем. Есть у нас такие приборчики, триммер. Триммер крутой, я сама пользуюсь, мне очень нравится. А есть еще аппарат для очищения кожи с тремя насадками. Вот такой вот классный аппарат, он с подставкой идет. В нем батарейки, мы вот так включаем. Выключаем. То есть вы заметили, идет просто вибрация. Одну насадку снимаем, берем другую. Они очень легко и просто вставляются. И то же самое. Вот за счет того, что здесь идет вибрация, а не вращение, подходит для чувствительной кожи. И третья насадка — это скраб. Такое как силиконовые мягенькие щупальца, очень приятные, тоже идет вибрация очень мощная. И за счет этого шикарное очищение кожи без каких-то стрессов для кожи. Но моя любимая вот массажная насадка, я наношу крем, сначала сыворотку, потом крем, и начинаю делать массаж. Что я отметила? Кожа расслабляется, спазмы мышц, то есть мышцы отпускают, да, все спазмы, она становится ровная, такая мягкая кожа. Я в восторге, потому что я сама не умею делать массаж лица, и это единственный вариант для меня, чтобы давать коже вот этот массаж аппаратный. Мне очень нравится серия Королевский бархат. Она идет у нас для девочек уже, кому 40+, и с сухой кожей. Вот реально кожа сухая любит эту серию, потому что заметно идет питание, увлажнение, подтяжка, прямо заметный эффект именно подтяжки кожи. И сейчас у нас представлено здесь крем для кожи век подтягивающий, дневной и ночной крем. Так, а здесь у нас маска, забыла взять, лопаточку забыла взять, память девичья, пользуюсь ей постоянно, этой маской, она меня спасает. Вот сейчас, когда куча стрессов идет, нервов всевозможных, то эта масочка действительно помогает утром встать и хорошо выглядеть. То есть она дает такой эффект, как будто я отдохнула, я спокойна, да, и так далее. И, конечно, очень нравится лопаточка. Ей удобно и доставать, или крем, или маску, и также удобно распределять по коже. Наша знаменитая сыворотка с 10% витамином С, серия Novage Procuticals тоже. Как работает эта серия? То есть эта сыворотка. Мы ее наносим после этапа очищения перед кремом. Сывороткой из набора в этот момент не пользуемся, то есть мы ее пока убираем. То есть если у вас полная серия, в ней есть сыворотка и потом крем, то если вы используете сыворотки Procuticals, то вы эту сыворотку убираете, вы ей будете пользоваться потом, когда пройдете курс восстановления, да, или, например, вам нужно снизить пигментацию и сделать так, чтобы лицо засияло. Тогда вам, конечно, эта серия очень поможет. Как пользоваться? Нужно нажать на дозатор, и вот здесь вот посередине есть контейнер с порошком. Этот контейнер высыпается в сыворотку. Нужно хорошо перемешать и только потом выдавливать сыворотку и наносить на лицо. Одного флакончика хватает на неделю. Поэтому вы будете делать этот курс 4 недели, и после этого вы получите вот такой результат. Вот как раз сыворотки я вам одну уже продемонстрировала. Мои любимые серии Экологент и Ultimate Lift, потому что они действительно очень круто работают с моим лицом, помогают мне хорошо выглядеть, несмотря на мой возраст, уже приближаюсь к рубежу 48 лет. Но тем не менее очень собой довольна, а использую только Novage и Wellness. Я считаю, что эти продукты в Oriflame такие мои самые такие главные линейки, которые я очень люблю, они помогают вот сохранить такой хороший внешний вид. Обращаю внимание, что можно заказывать пробники. Прежде чем заказать набор, вам нужно убедиться, что ваша кожа им довольна, принимает, есть эффект. Лучше брать сразу несколько комплектов, пользоваться хотя бы 10 дней, и тогда вы уже поймете, нравится или нет. Пробуйте разные варианты,
по возрасту, смотрите, или по задаче. Меня часто спрашивают девушки: а вот мне 50 лет, мне что, только эту серию можно брать? Нет. Дело в том, что здесь мы подбираем себе серию по задаче. Если у девушки, которая далеко за 50, у нее стоит задача, чтобы кожа стала сияющей, ровной, мягкой, то ей можно брать вот эту серию Skinergize. То есть эта серия нацелена именно вот на такую задачу. Если у вас задача убрать мимические морщины, значительно их сократить, то вам нужна серия Экологен. Если вам нужно восстановить эластичность кожи и подтянуть овал лица, то Ultimate Lift. А если уже надо решать серьезные возрастные проблемы, как и подтянуть кожу, и увлажнить, да, то есть значительно улучшить состояние зрелой кожи, то вам, значит, нужен набор Time Rester. Обращаю ваше внимание, что эффект вы увидите сразу с первого же применения, но для того, чтобы получить вот эти все циферки, которые подтверждены клиническими исследованиями, пользоваться нужно 3 месяца курсом, чтобы полностью прошло обновление кожи и наполнение ее питательными компонентами. Тогда вы увидите максимально правильный результат. Опять же, пользоваться нужно регулярно. И утром, и вечером не пропускаю, потому что только системный уход за кожей даст вам результат. У нас также есть серия для чувствительной кожи. Мне очень понравилась у меня пенка сейчас для умывания из этой серии. Есть у нас специальная серия против пигментации. И я пользовалась сывороткой из этой серии, тоже ей невероятно довольна осталась. Действительно, отлично выровнялась кожа лица, несмотря на то, что у меня был не весь комплекс, а только сыворотка, которую я использовала с кремом из серии Экологен. А эффект все равно я получила классный. Также мои любимые пептиды. Я их люблю за то, что это быстрый результат для того, чтобы убрать дряблость. Вот вы заметите, если вот вы взрослая уже девочка, и у вас, например, на шее появилась такая сухость, дряблость, то вы быстро получите результат уплотнения кожи. То есть она прям на ощупь становится плотная. Уходит дряблость, она увлажненная. Слушайте, эффект просто невероятный. Поэтому я всем рекламирую и рекомендую начать именно с этого продукта, потому что все другие, они дают результат, например, там, через месяц, как вот сыворотка с витамином С или с ретинолом, концентрат. А здесь быстрый, моментальный эффект. Если вам нужно, например, куда-то подготовиться к какому-то мероприятию, то возьмите себе вот такие вот пептиды, то есть сыворотку с пептидами, и вы быстро сделаете своей кожей чудо без косметолога, без лишних затрат, потому что один поход к косметологу, я даже не представляю, сколько сейчас это будет стоить, и не факт, что вы получите то, что хотите. Так, далее, очень люблю концентрированный крем-скульптор для шеи и декольте. То есть как только он у меня заканчивается, я сразу же беру новый флакончик, заказываю. Обычно я заказываю себе такие продукты со скидкой 50%. То есть если вы участник премьер-клуба, или клуба, сейчас он называется «Выгода плюс», и делаете по 150 баллов в каждом каталоге, то два каталога подряд делаете, в следующем у вас скидка 50%. И я себе обычно беру какой-то один продукт из серии Novage, мне это очень нравится. Смотрите, как выглядит этот крем. Он как легенький гель, его не надо много, поэтому флакончика хватает надолго. Легко распределяется по шее и зоне декольте, небольшое количество. И какая становится красивая кожа, мягенькая, увлажненная. И здесь есть интенсивный антивозрастной крем для рук с SPF 25. То есть, чтобы убрать пигментацию с рук, тоже очень хорошо поможет вам этот крем. Так. Также в Oriflame есть серия, которая называется Mint and Mood. В этой серии масла, 4 вида масел, которые работают с эмоциями. Эмоция – энергия, уверенность, баланс, релакс. То есть 4 эмоции. Посмотрите отдельный каталог на сайте про эту серию. Я на себе убедилась, как работают классно эти масла.
я использую именно такие роллеры, уже разбавленное масло, его можно носить просто чистым на кожу, уже не разбавляя. Очень маленький расход, эффект классный. Можно заказывать как в наборах, выгоднее получается, так же и по отдельности. Например, если у вас стоит задача поднять энергию, вы можете взять себе один роллер, энергия, и им пользоваться. Только прочитайте, куда нужно наносить, потому что каждое это масло нужно носить на разные зоны тела, чтобы получить нужный результат. Или просто вдыхать, хотя и вдыхать нужно тоже правильно. Так, что у нас здесь? Вот знаете, несмотря на то, что здесь все меленько, все равно изучайте, потому что есть продукты, которые нужны вам или вашим близким. И неважно, со скидкой они или нет, если у человека есть какая-то проблема, он хочет ее решать быстро, и он не может ждать месяц или два надежды, что будет скидка или какая-то акция. Поэтому здесь тоже смотрим, серия Optimals у нас представлена, какие-то продукты серии Novage, Королевский бархат, Love Nature и так далее. Дошли до витамин. Самое главное, да, в нашей жизни — это здоровье. И как говорится, самый большой враг здоровья — знаете что? Само здоровье. То есть пока мы себя хорошо чувствуем, пока мы полны сил и энергии, нет лишнего веса, мы себе ни в чем не отказываем и особо не напрягаемся, да, спортом не занимаемся, а как только пришли проблемы, что-то начало болеть, мы кидаемся. Ага, что мне пить, какие лекарства, чем заниматься, как вернуться в свое прежнее здоровое состояние. А я вам рекомендую делать профилактику болезней и поддерживать свое здоровье всегда вот в таком, знаете, в ровном состоянии, чтобы всегда было хорошо. И если есть какие-то отклонения, то они небольшие, да, если вот представить такой вот зигзаг, то чтобы он был такой небольшой. Мне помогает отлично Wellness Pack. Мы всей семьей пьем. Всегда дома держим астаксантин, дополнительную баночку 2 омеги. Я пью кальций, вернее, жую кальций на ночь, потому что это очень полезно. Всегда коктейли, супчики очень любим. Ну, когда в офисе работала, суп всегда был. То есть я в офисе кушала супом. Сейчас дома уже нет такой потребности, потому что все время что-то готовим, что-то вкусненькое, и кушаем то, что приготовили. А еще мне очень понравился продукт Prebiotic, шикарный продукт, потому что он хорошо нормализует флору кишечника. Очень любим мы наши коктейли для контроля веса, они работают очень классно. Ну что значит очень классно? Во-первых, идет снижение веса спокойно, да, по чуть-чуть, да, вес уходит без напряга, без диет, без каких-то измываний над телом. Во-вторых, наше тело, наш организм получает все необходимое, микроэлементы, витамины и так далее. То есть надо почитать вам состав, на сайте есть полный состав, и посмотреть дополнительное видео от компании, где подробно рассказывают про каждый продукт, и тогда вы поймете, во-первых, какой нужен вам продукт, и во-вторых, как его рекомендовать другим людям. И, конечно, моя любовь — это шоколадные батончики, я их просто обожаю. Вот, кстати, смотрите, еще есть у нас очень удобный шейкер, который подходит и для хранения продуктов, и для того, чтобы взбивать коктейль или супчик заваривать, когда вы не дома. Так, у нас теперь ароматы мужские, классные, роскошные. Также через пробники заказывайте, подбирайте, потому что аромат должен нравиться и вам, и вашему мужчине, а не так, что ой, мне нравится, я ему возьму. Зачастую бывает, что у мужчины есть свой вкус, и он не хочет пользоваться тем, что ему подсунули, он сам может выбрать. Шикарное мыло, кстати, из этой серии, Миша с ним сейчас умывается, ему очень нравится. Так, серия Novage, для мужчин тоже есть Novage. Это очень роскошный уход за кожей, я увидела это на Мише, как у него стало чистое лицо, вот эти поры расширенные ушли, не выделяется лишний жир в Т-зоне, нет черных точек, потрясающий набор. Ой, как много ароматов, ой, шикарный аромат, кстати, на весну потрясающий Люси Bright Aura, просто шикарный аромат. Lost in You очень такой теплый, мягкий, пудровый, бы я сказала про него.
Кстати, вы просили флакончик такой маленький. Многие писали, что хотят такого малыша, чтобы наливать аромат нужный. Да, пожалуйста, вот он у нас появился. Можно заказать. Ароматы, ароматы, спреи. Спреи очень легкие. Здесь смотрите на концентрацию. В основном всегда ну, все совпадает. Кстати, этот аромат очень стойкий. Этот мега стойкий у нас аромат. В Джордане приобретаем. Мини-спрей в подарок, то есть с собой носить мини, а дома большой аромат. Очень толстенький каталог. Сейчас я вам покажу туши. Это стала тушь моя любимица. Если говорить о любимых тушах, то моя любимая 5 в 1. Очень понравилась, кстати, новинка с изгибом кисти. И вот эта тушь 38960, не зря она называется супер тушь, потому что она делает ресницы очень крутыми. То есть она такая же, как 5 в 1, но только дает больше объема ресничкам. И вторая тушь здесь у нас показана, сейчас я ее найду, удлиняющая тушь, уход для ресниц. Вот такая у нее кисточка. То есть если вам нужно удлинение, хорошее разделение, то вам как раз вот такая кисточка подойдет. И отличный состав у этих тушей. Ну, серия Джордани, она, конечно, всегда шикарная. Мы ее все очень любим. И выбор есть и по кистям, и по составу. Вот что я вам хочу показать. Честно говоря, я была уверена, что этот продукт сняли с продажи, потому что в каком-то из каталогов там были часики. И тут вдруг я вижу мой любимый продукт. Я использую как база под тени. Может быть, вы будете удивлены. У меня на канале есть видео, где я наношу вот так на веки подвижные и чуть-чуть выше, а потом сверху работаю сухими тенями. И можно нанести немного сверху на губы, на помаду только. Не отдельно, как помаду, потому что сворачивается, а именно на помаду. Капельку, чтобы веки, помада и щечки. Да, мы наносим на щечки, вот так распределяем, и получается невероятно красивый румянец. Особенно если вы уже легкий загар получили. Представьте, это и хайлайтер, и румяна 2 в 1. Это такое сияние. Но вот по поводу теней. Когда я наношу эту базу, а сверху работаю сухими тенями, теплыми оттенками, конечно, коралловые, всякие золотистые, терракотовые, получается такой красивый летний макияж. Вот я все лето я пользуюсь этой фишкой. И все меня спрашивают, как ты делаешь такой красивый макияж? Раз, два, и все. Это вот благодаря таким невероятным румянам, которые я придумала использовать как база под макияж. И здесь же корректирующая база с гиалуроновой кислотой, но я ее не брала. Я видела у других блогеров, у девочек, да, кто записывает видео, я видела, хвалят очень, но сама не брала. Боюсь, что просто не буду пользоваться, потому что я люблю просто взять классный тон, и моя кожа довольна. У меня нет каких-то проблем на коже, которые я хотела бы убрать, спрятать и так далее. В основном у меня весь макияж, даже когда я готовлюсь к записи видео, он сделан очень просто, без каких-то там вот наворотов или супер подготовок. Мой любимый раздел – это чтобы сделать брови и глаза выразительными. Карандаш Кушон двухсторонний. Я не брала еще, но я его пробовала, и я могу сказать, что это супер. Ой, супер, как с ним можно сделать красивые натуральные бархатные брови. Шикарные стрелочки мы нарисуем вот таким вот потрясающей подводкой маркером. Здесь кисть, здесь не просто стержень, как в серии The One у нас есть маркер, а здесь именно кисть. Тонкая, класс просто. И есть карандаш для глаз, просто чисто черный карандаш, тоже очень хороший. И я так понимаю, что у нас будет новинка в 5-м каталоге, новая тональная основа, вернее, это увлажняющий CC-гель, который совершенствует тон кожи. Я обязательно закажу пробники, все попробую, вам потом расскажу. Надеюсь, что вы тоже заранее берете пробники, чтобы иметь свое впечатление от продукции, потому что свое впечатление оно всегда более интересно для клиентов, нежели вы скажете, вот Лиля пользуется, она сказала хорошее. Пудру вам сейчас хочу показать, пудра Giordani.
Тоже всегда беру эту пудру. Я люблю дома использовать пудру рассыпчатую. Смотрите, какая она классная. Сейчас я вам ее покажу на тоне. То есть она просто матирует, легкая, невесомая. Я сейчас покажу на другой руке, где нет тональной основы, чтобы вы ее лучше рассмотрели. Что она дает немножко тон, смотрите. Перекрывает кожу, кожа увлажненная. Я до этого здесь мазала маску спа, поэтому пудра хорошо приклеивается и дает желтоватый тон. То есть если вы думаете, подойдет, не подойдет, то она в одном оттенке, естественный. Поэтому если кожа такая белая, как у меня, то может не подойдет. Но что интересно, когда я ее наношу на тональную основу, на свою вот светлую, то чуть-чуть просто лицо становится более теплого тона, чуть-чуть, незаметно. И я и поэтому спокойно пользуюсь и зимой, и летом. Ну а вы сами выбирайте, пользоваться вам или нет. И она очень удобна вот в плане, что мы открыли, высыпали немножечко, закрыли. Я обычно все использую, не оставляю в крышечке, чтобы потом не было бардака, как сейчас я оставила, но я потом уберу все. Кисть. Чем она мне нравится? Ну, во-первых, она классная сама по себе. Во-вторых, то, что она герметичная. То есть мы набрали пудры, задвинули, верхнюю часть поднимаем и накрываем крышечкой. Потом вы открываете, у вас уже пудра с собой есть. Ну и также дома очень удобно использовать, чтобы кисть не пылилась. Гармонизирующая тональная основа. Тоже многие спрашивают, ну и как она тебе? Мне прислали такой тон, немножко неподходящий для моего тона кожи, поэтому я ей сейчас не могу пользоваться. А вот чуть-чуть летом подзагорю, и, конечно, я сразу впрыгну в эту тональную основу. Смотрите, какая она шикарная. Она идет как бы с легким блеском, и кожа выглядит сразу молодой такой, сияющий. Много выдавила, заодно все царапки спрячу от кошки, от моей любимой. А лицо становится как картинка, холеное, просто, вот просто чудо. Легкий отлив. Класс. Так, и кисть. Конечно, кисть для удобства нанесения тональной основы. Но спонжики мне нравятся в последнее время больше, чем кисти. Так, помада. У нас здесь есть помада с эффектом звездного мерцания. Роскошная помада даже вот. Просто если думаете брать, не брать, берите с удовольствием. Далее помада с кистью, сейчас я ее найду. У меня есть оттенок теплый кашемир, я вам ее продемонстрирую, конечно, какая она в деле. Смотрите, какой цвет красивый, прям вау, 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 правда ведь? Теплая такая карамелька или ириска, я бы так сказала, цвет. Ну нет, ну да, очень люблю эту помаду, и она стойкая, под маской не отпечатывается, ну и губы не сушат. Если, например, есть некоторые матовые помады, которые сушат больше, чем она, то есть это как бы легче. Помада Эликсир. А есть у нас еще такая новая помада гелевая, Giordani Gold с SPF 30, и мой оттенок гранатовое колье. Я ее, по-моему, где я ее показывала? В Инстаграм. Я делала рилс, и это чудо. Это действительно чудо помада. Она какая-то невероятная. У меня был такой эффект на губах, когда я наносила, как будто мята, и губы так холодочком идут, и ощущение, что они стали пышнее. То есть, ну, губы как будто увеличиваются. Это классная помада, тоже очень мне понравилась. Хотелось бы еще светлый какой-нибудь оттенок на лето. Я очень люблю светленькие, но так как у меня очень много помад, я пока воздерживаюсь. Покажу вам пудру. Пудра серия The One. В три оттенка у меня, по-моему... Ой, а у меня не из этой серии пудра. Здесь у нас просто компактная, а у меня матовая. Ну, хотя бы дизайн вам покажу, как она будет выглядеть. У меня средний тут оттенок. И мне она тоже очень нравится. Это видно, я ей пользуюсь, она мне очень-очень нравится. Единственное, вот напылила, не убрала.
румяна роскошные. Кстати, по-моему, было 4 оттенка, осталось только 3. Или я ошибаюсь? Мне кажется, было 4. Любимица моей дочки, тональная основа, крем-тон The One AZ с SPF 30. Вот такая классная штука. И есть у нас консилер. Консилер для того, чтобы кожу под глазками можно носить, где носогубки. То есть все, что нужно высветлить, вытащить, потому что светлый тон он у нас вытаскивает морщинки. Много не наносим, наносим прям по чуть-чуть и вбиваем кистью плоской или пальчиками, если позволяют ноготочки, потому что в зоне под глазками, если длинные ногти, вы не сможете подлезть, поэтому берите плоскую упругую кисть и ей вот так вот вбивайте. Вот так вот будет красиво, будет просто ровная кожа, уйдут синяки, мешочек, если есть под глазками, да, какой-то там отек небольшой, он тоже сглаживается, получается просто красота. Далее невесомый фиксатор, который закрепляет макияж. Оценили девочки, у кого жирная кожа? Вот попробуйте, то есть делаете полностью макияж, а потом распыляете его вот так вот крест-накрест, получается круто. Так, еще одна тушь, невероятная тушь. Тушь с двумя крышечками, смотрите, как она сделана, тут крышечка и тут крышечка. Оказывается, мы можем вот так делать, то есть, например, если вы вытащили через нижнюю крышечку, у вас здесь очень много туши, это объем. Если вы вытаскиваете через верхнюю, то снимается тушь и кисть чистенькая, длина. Вот так это работает. То есть вы начинаете вытаскивать через верхнюю крышечку, видите, тушь снимается. И за счет этого выходит чистая кисть и дает длинные реснички, тоненькие, длинные, такие расчесанные, хорошо. Также моя любимая тушь 5 в 1, я ее не взяла, но тушь любимая. А еще одну тушь вам покажу с эффектом кошачьих глаз. Вот такая вот толстая, пышная кисть, которая действительно делает такие классные реснички. Мне тоже она понравилась, хотя я такие кисти не люблю. А вот именно эта тушь мне понравилась. Вот вторая Tremendous в розовом флаконе, нет, она мне не подошла совсем. Слишком уж большая кисть для моих ресничек, не подошла. И вот эта кисть интересная, не всем подходит. Сыпется. Ну, я не пользуюсь просто ими, вот они у меня лежат, новые практически, но я чуть-чуть попользуюсь и возвращаюсь к своей любимой 5 в 1, потому что вот с ней у меня действительно самые наикрутейшие ресницы. Или вот Giordani тушь мне очень понравилась, но показывала вам. Видите, какой изгиб, небольшая кисть, пушистенькая, тут такие ворсиночки пушистые. Вот у меня есть девочка в команде, она сказала, это лучшая тушь, которую я в жизни пробовала. И у нее действительно такие с ней ресницы классные. Я еще удивилась, сначала смотрю, ну так не вблизи, а издалека. Я спрашиваю, ты ресницы что ли нарастила? Не пойму, что у нее тут такие длинные, огромные. Она говорит, нет, это вот эта тушь. Так, а здесь что-то новенькое. Защитная накладка Трафарет для макияжа глаз. Я, честно говоря, не очень поняла, как ей пользоваться. Наверное, мы ее держим, подносим под глаз и красим тени, чтобы тени не осыпались. Наверное. Не знаю, что это такое. Так, где мои карандашики? Буду показывать, потому что их обожаю. Это стойкие тени карандаш. У меня оттенок вот так вот. Хрусталь и бронза. Видите, вот они два внизу. Как они выглядят, давайте вам покажу. Вот хрусталь весь переливается и бронза. Я их в основном использую для подводки внизу глаз, потому что это очень легкое, тонкое нанесение, вообще не растягивает кожу, не травмирует, при этом можно сверху сухими тенями поработать. И это так красиво отливает, за счет этого глазки выглядят очень большие, такие классные, очерченные. Вот просто дифирамбы этому продукту. А вот тушь для бровей я вам в старом формате покажу, потому что у меня есть все оттенки, но оттенки не изменились. Кисточка, мне кажется, практически такая же. Единственное, немножко изменился состав. Он стал лучше, конечно, но я в свое
время еще для офиса купила все три, когда делала макияж, и вот они у меня все остались. Я сама пользуюсь средней, вот так вам покажу, это светлая, коричневая и темно-коричневая. Сейчас все попробуем. Так, вот тут буду пробовать. Смотрите, это светлый, коричневый и темно-коричневый. Поэтому вам сейчас будет понятно, какой оттенок, если вы блондинка, может быть, вам самый светлый или средний взять. Если вы прям жгучая брюнетка, то, конечно, самый темный. У меня средний получается, и он мне очень-очень подходит. Заказываю уже много раз, потому что я даже не представляю сейчас, как брови сделать без этой туши. Она их расчесывает, укладывает, блеск придает. Такая супер штука. Помада. Ой, как я люблю эту помаду матовую. Кстати, она мне губы не сушит. У меня классический красный оттенок. Жидкая помада. Так, где у нас помада будет? Тут давайте. Цвет нереальный. На губах лежит классно. Удобное нанесение. Такая кисточка вся супер-супер. Вот. Все-таки отличается на бумаге и в деле. Но вот она сейчас подсохнет, и она встанет. То есть очень хорошо лежит на губах. Всегда губы с ней шикарные. Так, далее тинты. Ну, честно, я тинты не очень использую. Как-то мне неудобно два момента. Первый момент, то, что надо именно кистью наносить. Потому что если я сейчас нанесу, выдавлю на руку, я потом не смою. То есть тинт, он впитывается в кожу, окрашивает ее, и уже он безопасен, конечно, но он останется. И я очень долго играла вот этим цветом красным. Когда его наносят на губы, он впитывается, и потом весь день, практически весь день, губы просто яркие, такие классные, ну, более натуральные, потому что вот этот цвет свежий ягодный, он слишком насыщенный, и мне это не понравилось. То есть куда-то уже прям сделать макияж на выход. А вот этот тинт очень классный по цвету. А милый розовый я отдала дочке, она им пользуется. Ей нравится. А, про палетку не рассказала. А что про нее сказать? То, что она роскошная, удобная, небольшое зеркало, большой объем продуктов, хватает надолго, цвета подобраны, шикарные. Теплый вариант, холодный вариант. Все, смотрите, да, если вот у меня холодная кожа, я беру себе все тональные основы, пудры в холодные оттенки, то есть, соответственно, я возьму себе розовый, у меня такая была палетка. Если вы теплая, загораете, то есть у вас кожа теплая, то вам нужна теплая палетка. Ну, вы будете в восторге. Вот все, кто берет, всегда такие говорят: ого, какая прелесть. Так, для ногтей я вам взяла показать мой любимый продукт. Честно говоря, никогда не думала, что буду такую дорогую штуку покупать для того, чтобы снять лак. Но когда я ее попробовала, я поняла, что теперь я всегда ее буду заказывать. Почему? Идеальное удаление любых вариантов лаков с блестками, яркие, три слоя лака у вас, все что угодно, растворяет, убирает просто так, раз — и нет лака. Но я как делаю? Маленькие ваточки отрываю, пропитываю, приклеиваю все и начинаю так снимать. Чик, нету. Ну, бывает где-то там сбоку. Это идеальное просто средство. Оно очень вонючее. Это его недостаток. Но это меня вообще не смущает, потому что некоторые лаки снять невозможно простыми средствами. Масло для кутикулы. Это какой-то волшебник. Кстати, он у меня очень давно, и пользуюсь я им активно. Так вот маслицем проходим, смягчаем все. Даже с лаком можно делать. А если ногти чистые, когда вот маникюр я делаю, я, например, маслицем обрабатываю полностью всю ногтевую пластину. Все, можно или так оставить, или пальчиком втереть. Вот так вот. Если торопитесь, можно втереть. Вот так вот. Раз, раз, раз. Все, классно. Сейчас он впитается, и сразу вот тут сухость, а тут уже ее нет. Холененькие такие лапочки появляются. Слушайте, ну очень долго он у меня, с того момента, когда только появился в каталоге, мне его прислали на обзор, я потом себе купила новый, и он у меня лежит, ждет, а этот не закончился до сих пор. Мне кажется, он у меня уже почти год.
Так, дальше лаки. Лаки, я вам тоже взяла некоторые лаки показать. Смотрите, вот эти блестки шикарные. А вот этот цветущий клевер. А это новинка фуксия розовая. Кстати, классные лаки, удобные кисти. Один слой достаточно для того, чтобы накрасить все. Не надо ничего больше. Один слой, и вы уже все счастливы. Мой любимый лак, конечно, цветущий клевер. Я его просто обожаю. Мой любимый цвет. Я радуюсь, что его компания перевыпускает. Но вот пайетки вот эти вот, как это, блестки, как я их люблю. Можно месяц ходить с этим лаком. Если вдруг где-то что-то отлетело, вы берете и просто подкрашиваете. Поэтому я сразу себе купила два. У меня новенькие лежат. Я просто беру так вот, можно сверху на лак на какой-то наносить, можно подгадывать, куда-то перетаскивать блестку там, если чтобы это лежало равномерно. Можно без лака на чистые ногти просто нанести вот такие блестки, и сам лак, он же будет блестеть, покрытие это. Но делаю я обычно 2 или 3 слоя для того, чтобы было побольше блесток, когда чистые ногти. А вот на лак, мне кажется, вот так даже достаточно одного варианта. В общем-то, лаки в Oriflame я обожаю. Они быстро сохнут, они достаточно стойкие. Но мои ногти не любят лаки вообще. Никакие, ни гель лаки у меня не держатся, никакие. Но, по крайней мере, я хочу сказать, что вот у меня подруга перед Новым годом купила себе к платью серебристый лак в магазине по такой же цене. И она мне сказала: я оплевалась, это что за кошмар, я выкинула деньги на ветер. В общем-то, лаки в Oriflame очень классные. Люблю пилку, вот эту четырехстороннюю, роскошная пилка. Наборчики не брала, косметичку эту увидела, записывала с ней обзор. Мне не понравилось. Мне не понравилось, что она черная. Я не люблю, я люблю для настроения какие-то яркие косметички, да, какие-то стильные. Это просто черная классика, но она такая удобная. Я просто удивилась. И легкая, невесомая. Посмотрите обзорчик, когда она только вышла. Только единственное, она была не одна, поэтому даже не знаю, как ее искать, честно говоря. Ну, кто ищет, тот всегда найдет. Так, серия On Color. У меня из этой серии очень редко бывает продукция. Вот сейчас я вам продемонстрирую. Точилка у меня есть, я ее обожаю. И подводка. Кстати, подводка, мне это нравится очень сильно, больше всех. Смотрите, какая она идеальная. Куда бы нанести уже? Везде наносила все. Кисточка тоненькая. Можно ее нажать, сделать толстую стрелку. Смотрите, как она не сохнет так быстро, как вот, например, подводка в Джордане была. Она моментально схватывалась, конечно, она классная, но, честно говоря, вот это даже больше нравится. И она у нас будет стоить, жидкая подводка, не вижу цену, карандаш, 229 рублей. Вот впору прям впрок ее брать, чтобы у меня была в наличии, потому что это очень классно. И отличная точилка. Туши достаточно популярные, но мне кисти вообще не подходят. У меня с ними не получается накрасить ресницу, что бы я ни делала. Но у меня есть несколько клиентов, которые из года в год берут эту тушь и говорят, это лучшая тушь. Опять же, видите, у каждым ресничкам надо найти свой подход, как и каждому человеку. Так, компактные румяна есть такие маленькие, без кисточки, без зеркальца, но зато выгодно. Вот такие спонжики. Их 4 штуки в наборе, поэтому хорошая цена. Но, честно говоря, вот после вот таких спонжиков, вот после таких удобных, да, я уже этими не могу пользоваться. У меня лежат они новые, я на мастер-классы закупала, но я ими не пользуюсь. Карандаш для глаз. Хороший карандаш, вот просто хороший, классный карандаш, смело берите. Некоторые говорят, он такой дешевый, наверное, он плохой. Отличный карандаш, 100%. Матирующая тональная основа, тоже хвалят очень сильно. Тональный флюид для кожи, вот этот, наверное, флюид у нас получается, да. Он с персиком, с маслом персика,
Он с блеском, с легким, то есть он делает лицо моложе. У меня его берут взрослые, даже женщины пенсионного возраста, они в восторге. У них такое личико, как будто они приехали только с Кисловодска, надышались там свежим воздухом, пили полезную воду и очень довольны. Так, здесь у нас лаки, помады с такими яркими оттенками. Помада, кстати, с эффектом металлик. Но у меня нет этой коллекции. А далее помады матовая, несколько вариантов оттенков, и адаптивный блеск. Что значит адаптивный? Вы его нанесете на губы, он сначала прозрачный, и тут очень быстро становится ярко-розового цвета. Тоже многие его очень любят. Так, здесь у нас зеркало, бижутерия, косметичка дорожная. Вот это, кстати, очень красивая косметичка. Прям вот смотришь и радуешься, весна в душе. Без скидок продукции, ну, как я уже вам говорила, что, возможно, сейчас цены выровняются, и, может быть, вообще не будет таких скидок, к которым мы привыкли. Ну, посмотрим. Так что, смотрите, здесь у нас есть ультрастойкая корректирующая тональная основа, последний раз в каталоге. Обращаю ваше внимание. Гели, которые мы уже все полюбили, компания выпустила к своему юбилею, к 55-летнему. А мне очень, больше всего мне понравилась серия с грейпфрутом. Шикарно. Пахнет вкусно, прям как живым фруктом. Мой любимый дезодорант серый. Крышечка, которая не оставляет следов на одежде, особенно на черной. Есть также спрей-дезодорант, но я люблю шариковые. Серия HairX для профессиональный уход за волосами. Здесь у нас идет восстанавливающая серия для окрашенных волос. Гребень со скидкой при покупке любого продукта. Маски шикарные, кстати, в Oriflame маски просто супер. Так, мой любимый набор против выпадения волос. Просто работает шикарно. Серия климат-контроль. То есть она защищает. А, это против перхоти. Это не серия, это против перхоти. Это крем-сыворотка, как раз климат-контроль. А здесь шампунь именно для тонких волос. И укладочные средства. Мусс для укладки и термозащитный спрей. Кстати, термозащитный спрей тоже делает неплохо, да? То есть он защитную вот эту вот, защиту дает волосам, и в то же время как будто бы укладка легче становится. Классные щеточки для распутывания волос. У меня и та есть. Краска. Кто-то мне писал: «Лиля, не меняй цвет волос». Ну как я его поменяю, если у меня 6 коробочек в запасе, светло-русый 9.0. Краску обожаю в Oriflame. Частый вопрос: а она сильно пахнет? Сильно. Правда, сильно пахнет, но тем не менее краску обожаю. Не хочу ее ни на какую менять, потому что очень нравится. Внутри в инструкции приклеены перчатки для того, чтобы сделать самостоятельное окрашивание. Красочку выдавливаете сюда в окислитель, хорошо смешиваете, отламываете кончик и можете краситься дома сами. Я думаю, что сейчас окрашивание очень дорого стоит в салоне, поэтому можете это делать смело сами. У меня все получается отлично, я думаю, и у вас получится. Красочка у нас умная, вы тут уже видите ее состав, то здесь экстра уход с льняным маслом дает питание, сияние, шелковистость, адаптивная смарт-система, стойкий сияющий цвет надолго, седину закрашивает на 100% и не смывается краска. А вот моя любимая маска. Я люблю маски, я очень часто пользуюсь, но эта маска меня просто покорила. Я прям прошу мне ведро такой маски подарить на 8 марта, можно. Можно раньше. Детская серия Baby O. Отзывы на 100% все за, сравнивают с другими производителями, говорят, ничего лучше не пробовали. В Oriflame очень достойная продукта для тех, кто только-только появился на свет, потому что им нужна особая защита и уход, самый бережный. Так, для детей омега-3 и витамины брать однозначно, даже не обсуждается. Если хотите, чтобы детки были здоровые, надо их либо кормить как-то по-особенному, я не знаю, где брать такие продукты, которые все-все-все содержат микроэлементы, витамины и кислоты, которые нужны нашим клеточкам, а это
хороший продукт на 100%, да, можно спокойно давать деткам. Серия для наших маленьких принцесс: шампунь-кондиционер 2 в 1 Белоснежка и туалетная вода. Ну-ка, пока есть такая возможность потереть страничку. Ой, как вкусно пахнет! Такой и цветочки, и ягодки какие-то, вишенка. Вот, здесь же написано: вишня, роза, фиалка, ваниль. Очень вкусно пахнет, прям волшебный аромат. Для наших любимых зубов паста для чувствительных зубов, смотрите, она маленькая, 75, и взяла вам показать, какая будет травяная, то есть в этой 100 миллилитров, и она значительно больше. Пасты крутые в Oriflame, просто одним словом, крутые. Можно брать и щетки, однозначно классные, супер щетки. Мои любимые гели, именно серия Feel Good, потому что в этой серии, вот сейчас мы пользуемся вот таким Be Happy, а Feel Good серия, Feel Good серия, а вот они разные: Love Tap, Chill Out, лавандовый, сливовый, а здесь цитрусовый, красный цитрус, но его он не представлен, просто вам показать, что это большой флакон 200 миллилитров. Почему ценится этот гель? Он содержит натуральные эфирные масла, поэтому он шикарный. Возьмите себе какой-нибудь один, попробуйте, а потом мне напишите: Лиля, спасибо, такой крутой гель, теперь другие даже брать не буду. Хотя нет, будете, конечно, для разнообразия. У нас есть средства для работы с телом, то есть направленный антицеллюлитный гель и укрепляющий. Как они выглядят? Вот так выглядит антицеллюлитный. Здесь крышечка снимается, вот это все крутится, он off. Вот это крутится, делает, кстати, нормальный прям массаж дает, прям продирает кожу и борется с целлюлитом. А есть вот такой еще гель, он с тоненьким носиком, для того, чтобы выдавить капельку геля. Ну, на живот, на грудь, конечно, можно носить. И это тоже классный гель. Он, главное, что он работает, укрепляет кожу. Вот еще вкусняшка, где-то я его тут приносила. Так много продукции, что я даже все не могу рассмотреть. Крем для лица и тела и крем для душа. Крем для душа. То есть здесь уже его чуть-чуть осталось. Удобная крышка. А вот этот крем, я сейчас как раз им пользуюсь, он просто волшебный. Он просто волшебный. Он и пахнет очень вкусно, уже не знаю, куда нанести. И такой легенький, и так хорошо увлажняет, прям вот, ну, чудо. Гели для интимной гигиены для юных леди с 13 до 18 лет, освежающий, смягчающий, то есть уже когда менопауза начинается, и защитный гель. Гели у нас большие, 300 миллилитров, у меня как раз освежающий сейчас открытый. Они очень удобные, классные, я не знаю, как без них жить, уже много лет пользуюсь. Кстати, первая покупка в Oriflame у меня была именно гель для интимной гигиены. Я купила, он тогда еще был в круглом таком флаконе с откидной крышечкой, и помаду. Представляете, вот я запомнила, мои две первые покупочки были вот такие вот. Это был для меня вообще новый продукт, я никогда про него не слышала. А помаду, ну понятно, я больше всего люблю помады. Жидкое мыло. Серия Essence & Co. Тоже с натуральными эфирными маслами. Я держу в руках жидкое мыло с лимоном и вербеной. Очень вкусно пахнет, такой освежающий. И второй вариант с лёрдоранжем и мандарином. Тоже с цитрусовые нотки, достаточно свежий. Оба вкусные, классные, просто, ну, просто очень нравится. И надеюсь, что тоже акция на них какая-то будет, чтобы заказать по более выгодной цене. Средства для ног. Сейчас вас удивлю. Гигантский гель, он, наверное, даже в камеру не помещается. Ой, гель, дезодорант. Большой дезодорант 250 миллилитров с таким мятным ароматом. И у меня большой ночной увлажняющий крем. Здесь он поменьше, 75 миллилитров, а у меня гигант XXL 150 миллилитров. Вот написано. Как он мне нравится, ох, какой он хороший, он такой густой,
хороший, прям я на ночь им пользуюсь практически каждый день, и поэтому ноги мои очень хорошо себя чувствуют. Также здесь у нас есть освежающий крем, есть крем антиперспирант, сам дезодорант классный, я им все время пользуюсь, только у меня большой объем, я вам показала, здесь будет, а да, здесь большой, странно, смотрите, здесь написано 150 миллилитров, а на фотографии 250, но судя по цене должен быть маленький, потому что для большого больно уж низкая цена, поэтому не смотрите на картинку, да, будет 150. Далее дезодорант антиперспирант 36-часового действия, отшелушивающий крем-скраб для ног, такой классный, и вкусняшка — это смягчающий крем для ног с черешней и миндальным маслом, очень вкусный, и пилочка для пяточек. Здесь у нас кремики для рук, у меня, кстати, есть два варианта, смотрите, вот такой и такой, и при покупке двух будет какая-то скидка, надеюсь, будет. Чем мне нравятся эти крема? Они очень легкие, они очень вкусно все пахнут, они такие эффективные, уже не знаю, куда мазать, я вся перемазана. Вот такие, очень вкусненькие, все классные. У меня еще открытый персиковый есть, с сиренью, еще два маленьких с сиренью. Ой, ой-ой-ой, как много выдавилось. Вот этот очень вкусный новогодний, я его прям обожаю. Печенками пахнет, пряностями такими, знаете, каким-то кулинарным изыском прям повеяло, и уже слюнки аж выделяются. И мы уже подходим к концу. Разные варианты. Фигурное мыло. Хороший вариант для подарочка кому-нибудь, комплиментик сделать. Ну, просто приятно человеку. В заказ я вкладываю такие мыла, чтобы люди попробовали разные варианты. Масло для волос. Масло, масло, вот масло. Миндальное у меня сейчас масло. Его можно добавлять в ванную, когда маникюр делаю, капаю в тарелочку, да, для того, чтобы ногти размягчить, кутикулу размягчить. На волосы можно, в ванную, то есть массаж с ним делать. Очень много функциональное масло, я бы так сказала. При этом так вкусно пахнет. И есть с авокадо, кто какой больше любит вариант. Маски для волос, конечно, маски, однозначно я им говорю да, я их очень люблю, они мне напоминают маску из краски, то есть тоже настолько оживляют волосы, делают их просто шелковыми, такими шикарными. Далее у нас идут гель для душа с кокосовой водой и дыней, отшелушивающие два геля, один с клубникой лайма, второй малина мята, крем-йогурт для душа, ой, он очень вкусный, у меня все они, конечно, были не один раз, но это просто я очень люблю вкусные фруктовые ароматы. Далее у нас маски тканевые, но новые появляются, разглаживающие с персиком и очищающие с гранатом. Нужно пробовать, конечно, и ту, и другую. И на последней страничке нас ждет гигантское предложение. Это вот такие большие гели 400 миллилитров. У меня здесь неизведанная Камчатка, а есть еще пляжи Калифорнии. И, конечно, мочалка для душа такая большая, пушистая, удобная. Она классно вспенивает гель. У него получается очень маленький расход. И для маленьких наших малышей с клубничкой детский шампунь, детское мыло и вот такая вот мочалочка из целлюлозы. Интересный вариант. И здесь нас ждет мыло с ароматом персика и маленький крем 30 миллилитров мини. И наборчик будет стоить всего 99 рублей. Может быть, не знаю. Опять про цену говорю, забываю, что цены будут другие. Фух, какие мы с вами молодцы, мы пролистали такой огромный каталог, мне кажется, здесь очень много страничек, 164, и вот такое вот начало, здорово. Что вам понравилось, что будете себе заказывать, поделитесь в комментариях, может быть, у вас есть свой отзыв о продукции, тоже пишите, потому что многие люди именно читают отзывы, и они нам с вами благодарны за то, что помогаем определиться с выбором.
Спасибо вам огромное, что были со мной. Надеюсь, это видео полезное вам, особенно для новичков. Я думаю, это очень полезно вот так познакомиться более глубоко с продукцией. Я вам желаю всем успехов и отличного каталога. До новых встреч. Пока-пока.